Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі ми будемо говорити про наше положення на фронтах, на військових фронтах. Тож до нас доєднується наш наступний спікер. Це Ігаль Левін. Він є офіцером армії оборони Ізраїлю, військовим аналітиком. Ігаль, здравствуйте, слышите ли нас? Слышу прекрасно. Добрий день. Я би хотів почати спочатку з таких текущих, да, вещей, и потом перейти к чему-то более общему. Вот говорит, есть заявление главы ОВА Луганской Сергея Гайдая, он заявил о том, что оккупанты российские бросили все силы на Луганщину. И тут я его цитирую, это и кадыровцы, и военные из Забайкалья, отовсюду из России, все брошено сюда, это и панцири, и С-300, и С-400. И он говорит о том, что по Северодонецку россияне выбрали тактику выжженной земли. Все обстреливается, градами, стреляют минометами, просто выезжают танки и разбивают первые дома. Боекомплект по дому и едут дальше. Вот как можно проанализировать ситуацию на Луганщине? И мы знаем о том, что сейчас Украина контролирует около 10% Луганской области. Мы контролируем около 10%. Нужно забывать, что это 10% это не села или степи, это Северодонецк или Лисичанск, то есть это крупные города. Это важно очень. То есть тут вопрос не о количестве территории, а вопрос инфраструктуры, вопрос о том, что на этой территории находится. Вот. Если мы говорим про направление, смотрите, тут как недавно говорили впечатлительным людям, в ближайшие 2 недели лучше не смотреть новости, не проверять их, если они не хотят там расстраиваться или переживать слишком много. Сейчас вот эти 2 недели будет максимально горячая фаза, потому что, как вы уже сказали, Россия бросила максимально все, что у них есть. Они перешли с направления, на котором делали упор, это изюмское направление, на направление Попасный. То есть они пытаются окружить силы Украины, как раз упомянутых Северодонецк и Лисичанск. Для этого, кстати, надо было форсировать Северский Донец, реку, Белогоровка, уже знаменитая. Печально для них, не печально для нас. У них это не получилось, они пытались потом немного западнее форсировать. Несколько попыток-то форсирования было. Украина постоянно их разбивала. А после таких неудач они пытаются уже от своей Попасной двигаться. То есть там, да, у них есть определенное преимущество, так как Попасная относительно на высоте, и они могут доминировать над пространствами пустыми, которые находятся вокруг Попасной, поэтому не получается немного продвигаться. Но мы опять же это видим, что это буквально черепашьими шагами в течение недель. То есть мы Попасную брали долгое очень время и с огромными потерями. Теперь что-то перекинуто, а там действительно от морской пехоты частей регулярных частей до всяких ЧВК Вагнера и других наемников. То есть максимально все, действительно. Но нужно не забывать, кто смотрит новости и переживает, что это же не игра в одни ворота. То есть Украина тоже перебрасывает, Украина контратакует. То есть понятно, что такие вещи никто вам ни на картах рисовать не будет, и озвучивать не будет. Да и сами, кстати, если мы смотрим карты российских пропагандистов, они тоже это не рисуют, так как они не хотят своих же симпатиков пугать, которые так разочарованы неуспехами, неудачами российской армии в Украине. Но, да, эту неделю-две будет происходить сражение, битва. Действительно, район Попасный — это одна из самых горячих точек. Конечно же, и Изюмское направление тоже, это все там не то, что стало спокойно, то есть бои идут. Опять же, уже известное село Долгенькое, которое переходит из рук в руки, то есть наши силы его отбивали после того, как россияне его захватывали. То есть там тоже идут бои, как и на юге тоже, направление Гуляй-Польское, там везде это все происходит. Но действительно Попасное это направление, это попытка сделать этот маленький-маленький котел. Они хотели сделать большой котел, то есть окружить всю группировку, как раз с Изюмского направления двигаться на юг, опять же, были польские направления, сомкнуться, окружив в Донецкой, в области полностью тоже, всю группировку операции объединенных сил. У них это и близко не получилось, и не получится, они пытаются хотя бы как-то отыграться, хоть что-то подать в своем инфопространстве. У них же нужно понимать, что котел
для РФ, это такой информационный вброс. То есть они котлами озвучивают свои победы. Например, они сейчас форсируют, что якобы в Мариуполе был котел. Но там не был котел. То есть там не был котел. То есть город, блокада города, оборона вот, мариупольцев и так далее, это все, да, это все отдельный военный термин, но это не котел. То есть, но они просто любят это слово, потому что они знают, что для украинцев очень болезненно вопрос Иловайского котла и котла Дебальцевского котла в прошлом. Хотя даже там это не были котлы на самом деле. То есть тоже информационный был этот, это был информационный больше вброс специально, деморализующий. То же самое и здесь. То есть им важно как-то обозначить, смотрите, вот тут котел, то есть как бы намекаем, мы побеждаем. Но это не так. Даже несмотря на очень тяжелую ситуацию под Лисичанском, Северодонецк, Попасно, нужно понимать, опять же, это не игра в одни ворота, как я уже сказал. То есть Украина контратакует, и вот как мы в конечном итоге, мы не знали, что происходит на Северском Донбассе, сцену, то есть река. То есть мы знали, что Россия там идет, пытается форсировать, но мы не знали подробности. Потом оказались вот отчеты, опубликовали и сами украинцы, и, ну, и россияне не смогли это скрыть. Разгром. Разгром. То есть техника, фотографии, свидетельства и так далее. Вот. Я уверен, что то же самое мы увидим и Попасно, и не только. То есть Россия будет остановлена и разгромлена. Даже если они смогут немного продвинуться еще, это не обваливает возможности украинской обороны на этом участке, потому что резервы подтягиваются, новое вооружение подтягивается. Любая война, которая не статичная, а сейчас вот на Востоке это не статичная война, это не позиционная война, это война мобильная, то есть где-то мы наступаем, где-то Украина отступает, где-то одни группировки двигаются, другие приходят на их место. Так вот, любая такая война, в ней действительно могут быть тактические неудачи, могут быть тактические успехи. Это все операционный уровень. Вот. Но если мы говорим стратегический уровень, большой уровень, то у России близко нет успехов, и они к ним не приближаются. Более того, даже если мы рассматриваем конкретно вот именно Северодонецк и Лисичанск, то Лисичанск находится на высоте, там его разделяет река, это хорошее место для обороны. Мне трудно представить, как это можно взять наскоком. То есть это действительно нужно заблокировать, окружить, долго держать. У них нет для этого всего времени. То есть у них нет для этого резервов. Даже представляем себе худший вариант, как-то Лисичанск получается блокировать. Опять же, вот мы видим по примеру Мариуполя, то есть это невозможно делать долго, если у вас нет резервов. А резервов у них нет. Они действительно опасную бросили максимально все, что у них есть. И сейчас вот разгоняют вот информацию о том, что они со складов там снимают какую-то технику, совсем уже древнюю советскую, Т-62 и так далее. Вот. Но вот насколько мне известно от моих инсайдеров, которые как раз с мест рассказывали состояние этой техники, она убита абсолютно, ну, в хлам. То есть это абсолютно как боевые единицы, они себе ничего не представляют, какие-нибудь Т-62 и так далее. Поэтому то, что у них будет перемолено под Попасной, а там фактически сейчас это вот огневые мешки, где перемалывается вся эта техника российская. Мне сложно представить, чем они могут свежим, но новым это заменить. Потому что если они уже Т-62 снимаются со складов. Ну, говорят даже о том, что они просто заваливают трупы, заваливают количеством. Это, в принципе, такая древняя тактика России, они всегда так делали. Я хотел вас еще спросить о том, что происходит в Харьковской области. Мы говорили о том, что украинские военные начали там контрнаступление. Ну, фактически, там было известие о том, что мы вышли на территорию, ну, на границу с Россией. И вот сейчас, судя по всему, да, российская армия поняла, насколько опасно для них контрнаступление украинских военных на Харьковщине. После нескольких дней тишины начали снова обстреливать Харьков. Вот что нам там ждать? Они пытаются атаковать обратно. То есть они пытаются остановить контрнаступление Украины. С их точки зрения это максимально логично. Потому что, ну, я уже много раз говорил и писал, то, что харьковское направление — это угроза для них, для Волчанский город, а там логистические линии снабжения для группировки, опять же, даже Изюмской и так далее. Ну, то есть нужно понимать, что если они перебрасывают какие-то силы и пытаются как-то воздействовать и атаковать на Харьковском в ответ, то это ослабляет, опять же, их усилия на Донбассе или, опять, Изюмское направление, например. То есть на войне ведь важно что? На войне важна инициатива. То есть инициатива всегда — это вот половина победы. И инициатива всегда у атакующего. Это очень важный момент. Потому что атакующий выбирает время и место.
Если он выбирает время и место, значит, у него инициатива. А у защищающих, у обороняющегося нет инициативы. Именно поэтому, кстати, вот, почему расхожая такая вот фраза «Есть лучшая оборона — это нападение». Почему любые маневры военные и любая доктрина современная, оборонительная, она подразумевает контратаку. То есть, если вы посмотрите, например, на вид боя в израильской военной доктрине, то там оборона, она всегда подразумевает контратаку. Так вот, эта контратака сделана для того, чтобы перехватить инициативу. Вот это самое главное. Чтобы вы диктовали врагу свои условия. То есть, когда Украина контратакует под Харьковом, даже если это, не звезды с неба, и там успехи не такие, как хотелось бы, то есть, допустим, полностью границу освободить, занять, вообще изгнать. Но сам факт контратаки — это уже хорошо, потому что мы навязываем свои правила игры. Мы заставляем ВС РФ перебрасывают туда резервы. Мы заставляем туда перебрасывать те немногие силы, которые у них есть. Мы заставляем их реагировать на этот участок и так далее. То есть именно поэтому статика — это очень плохо. Когда вы на одном месте замерли, ваши войска стоят, вы позволяете врагу максимально воздействовать на вас. То есть уничтожать, то есть обходить, окружать и так далее. Поэтому важно двигаться, важно переходить в контрнаступление, важно не стоять на месте, важно перехватывать инициативу. И это то, что делает армия Украины. Более того, мы видим, что как вот дискурс в той же РФ, это котлы-котлы, мы разгромим котлы-котлы, то дискурс у Украины, у официальных лиц, это что? Контрнаступление. Вот контрнаступление, готовимся, оружие получаем, ждем поставки, контрнаступление. Это очень важно. Это тоже очень важно, потому что тут как бы слово и дело, то, что называется. То есть мы видим, как официальные лица говорят про контрнаступление, и мы видим контрнаступление под Харьковом. И я уверен, что на других участках тоже только вопрос времени. Мы уже, знаете, немножко забыли в какой-то момент про Беларусь. Вот вчера появилась новость о том, что в Беларуси впервые за 2 месяца было зафиксировано движение российских комплексов «Искандер», и что они движутся к границе с Украиной. Как это можно оценивать? Как можно оценивать опасность того, что «Искандеры» движутся к украинской границе? Они вообще, Беларусь, для них это, Россия максимально использует белорусское направление для того, чтобы Украина все-таки какие-то силы там держала тоже, то есть не перекидывала. То есть, угроза наступления, опять же, то есть на украинские города как раз, на севере, то есть заставляют держать там силы. Пусть даже это терроборона будет, пусть даже это будет нацгвардия. То есть в такой полномасштабной войне вы считаете каждый батальон, каждую роту даже, я скажу даже так. С каждой рота она фактически на вес золота. И, естественно, каждая часть, которая там находится, это им хорошо. Она не переброшена, например, на восток и так далее. «Искандер», мы же знаем, что у нас расстояние ракеты — это 500 километров примерно. Нам перебрасывают «Искандеры» для того, чтобы носить удары. Но мы, кстати, видим, что уже очень мало, на самом деле, они все меньше используют те же «Искандеры». Заканчивается, видимо. То есть или у них остаются запасы, которые они не хотят использовать. Всегда есть какой-то стратегический запас, который вы не используете. Видимо, только он остался. Потому что они же много используют как раз крылатые авиационные ракеты, как раз авиация. Бомбардировщики выпускают эти ракеты, не заходя в воздушное пространство Украины. Поэтому любые там эти движения, маневры, «Искандеры», движения армии Белоруссии, какие-нибудь другие части, это все сделано для того, чтобы Украина была в напряжении, держала свои силы. То же самое, как то, что касается и Приднестровья, и Одесского направления, то есть и Бессарабии и так далее. Не секрет, что это Генштаб Украины это заявлял, то есть это не какая-то секретная информация, что в Бессарабии находится морская пехота. Видимо, если бы она находилась не в Бессарабии, это морская пехота, а на другом участке, где идут боевые действия. Но в силу пусть и маленького шанса, маленькой угрозы и невысокой высадки морского десанта, все равно продолжают заставлять Украину держать там морскую пехоту, например. То же самое касается белорусского направления. То есть не то, что война идет на востоке и на юге, поэтому абсолютно все войска Украины переброшены туда и на севере. В западных частях Одесского направления ничего не осталось. Это не так.
Понятно. Я прочитал как раз у вас, вы говорили о том, что в успехах украинской армии, среди прочего, играет большую роль возраст командования ВСУ. Вот могли бы вы объяснить нашим слушателям, почему, вот какую роль именно возраст играет? Ну, потому что там они, наши военачальники чуть моложе, хотя вот так, если смотреть, я не знаю, так просто классически, с точки зрения эйджизма, ну, типа, если более взрослый, значит, более опытный. Да, это может показаться так. На самом деле там часто не чуть, а порой 20 лет, а 20 лет все-таки это почти поколение целое, то есть это довольно много. Тут дело в том, что это просто наблюдение, да, начну с этого, то есть это не какое-то там исследование, это просто мое наблюдение со стороны. Но что интересно, Советский Союз, это очень важно, то есть советский опыт. Советская доктрина и военная доктрина, ну и вообще подход к жизненному укладу и так далее, вот, подходы, вот, ну, вот, культурный код и так далее, да, вот эта вся психология, почему ты в танке не загорел, закидаем мясом, вот, будь мужиком, иди умирать и так далее, ну все оттуда, все оттуда. И вот те, кто именно, они старше, они больше это все впитали, они больше учились, заканчивали там эти все школы. То есть, если мы смотрим там, на, скажем, вот возьмем начальника ГУРМО, например, да, разведка Украины, он же совсем молодой, ну, парень фактически, ну, генерал уже. Он, если посмотреть по его возрасту, он вообще не знает, что такое вот вся эта советская школа, доктрина. То есть он вырос в 90-е годы уже и так далее. В то время как, скажем, разведчики России, это такие советские люди в полном смысле этого слова советские, то есть там Нарышкину сколько ему, за 60, 70, что-то такое. Вот. И здесь, да, вопрос не в эйджизме. Конечно же, человек часто, ну, более старше, более мудрым. Но тут тоже есть одно маленькое «но», я сейчас к нему перейду, которое не касается Советского Союза. Но конкретно в этом кейсе, да, у нас Советский Союз, советский опыт. И он не нужен для этой войны. Советский Союз готовился к совершенно другой войне. Это ядерная война со всем миром, ну, западным миром и так далее. Где просто будут огромные дивизии сжигаться вот, в ядерной войне. И там будет вопрос не рост взводов, а вопрос будет, где нам еще там достать еще полмиллиона человек, мобилизовать и бросить их в очередной какой-нибудь там рывок на Париж или куда-нибудь там хотели вот Европу освобождать или захватывать и так далее. Вот. У нас война абсолютно не такая, то есть вся доктрина советская абсолютно не актуальна, не релевантна тому, что здесь происходит. Вот. Теперь второй момент насчет возраста. Смотрите, вот Израиль, про который часто его упоминают, если посмотреть на ранний Израиль, много воевал. Израиль 40-х, 50-х годов, там военачальники были очень молодые, там Моше Даян, ему было тоже 30 чем-то. И другие генералы израильские были молодые, потому что они ушли все из подполья, это были радикалы-подпольщики, которые вчера были вот революционеры-подпольщики в британском мандате, еврейское поселение. А сегодня они стали военачальниками официальными, формальными, признанными в ООН, государства и так далее. Но молодыми при этом. Так вот, эта молодость их, она делала их очень гибкими, то есть не костенелыми. Возможно, у них не было там житейской мудрости, как у каких-нибудь британских генералов, которым там 50, 60, 70 лет, которые там повоевали во Второй мировой и так далее. Или, может, даже еще и в Первой. Но в силу молодости, вот мы видим, что тот же Моше Даян очень креативный, очень его отнесло изучать, смотреть, проверять, про 50-е годы говорю. И другие израильские военачальники, там Игорь Ягин, например, он второй главнокомандующий армии Израиля, фактически ее создатель. Вот. И Хаим Ласков тоже, вот, много имен, они тоже все молодые были. И мы видим, что Израиль эффективно воевал. То есть вот, их молодой возраст никак не сказался в, ну, на то, как они воевали. А, как раз там вот креативность, гибкость, свежесть ума и так далее. Но с Украиной, опять же, главную здесь роль играет советское наследие. То есть чем моложе на самом деле военные, тем меньше у них в голове этого советского наследия, советской школы, и больше у них актуального современного именно нового. Советского мусора, я бы даже сказал. Вот мы видим то, что Россия все чаще начинает говорить о переговорах, она продвигает эту идею и на Западе, там, через разных своих агентов, и вот уже сегодня было заявление от, боже мой, как его зовут, Мединского, да, о том, что они, Россия готова на переговоры, это Киев, значит, отвергает всякую возможность о том, чтобы эти переговоры вести. И, разумеется, есть ощущение, и много кто об этом говорит, что они просто хотят взять паузу для того, чтобы перегруппироваться, то есть переговоры на самом деле их не интересует. И Украина со своей стороны максимально хочет этой паузы не допустить. Вот
кому выгодна эта пауза больше, нам или им? Конечно, переговоры — это пауза. Конечно, переговоры — это возможность перегруппироваться. Это несомненно. Но плюс мы понимаем, что Россия прекрасно понимает, что они проигрывают эту войну. Ну, это, то есть надо быть совсем заангажированным, то есть пророссийским, чтобы этого не понимать. То есть это очевидно. А вы уверены, да, что они это понимают? Потому что есть сомнения, ну, много я же... Я думаю, да. Да. Я думаю, что Мединский, вот такой уровень, на том уровне они понимают. Все-таки можно много чего про них говорить, что они там повели себя некомпетентно в военном плане, неуклюже и так далее. Но, думаю, конкретные технократы, ну, опять же, мы про Мединского говорим, и другие, они прекрасно понимают. Ну, все, кстати, хорошо помнят, как Нарышкин нервничал, когда вот знаменитые вот кадры 22 числа, когда Путин там говорил, кто куда будет входить, Россия в Россию, ЛНР, ДНР в Россию, или Россия в ЛНР, ДНР. Почему он так нервничал? Сегодня это известно. Он прекрасно понимал, что значит большая война будет. И, видимо, он хорошо был осведомлен, как один из глав разведчиков, о состоянии в Украине сил и состоянии российских сил. И он понимал, зачем это все закончится. То есть они понимают все прекрасно. И кто хотел, например, если мы берем большие войны, вот переговоры, когда все шло плохо. Германия в 45-м году, как нацистская Германия, хотела тоже писания не капитуляции, а переговоров с целью, например, прекращения огня. Когда уже под Берлином были войска и так далее. Почему вдруг так нацистская Германия захотела переговоры? То есть переговоры, естественно, это возможность завершить как-то эту войну, возможно, выторговать для себя какие-то успехи. Эти успехи подать на российском, вот, ну, для российской публики, подать как, естественно, победы. То есть что это все было не зря, что все эти убитые и так далее не зря. То есть вот, мы что-то смогли все-таки ну, добиться якобы и так далее. И Украина прекрасно понимает, что вот давать нельзя, это фактически играть на поле врага, этого делать нельзя, пауза не нужна, потому что у Украины есть тыл в лице всей Европы и в лице США. Пока этот тыл работает, обеспечивает, поддерживает, это же не только оружие, то есть мы видим, как и в плане экономики, и продукты, и горючее, то есть Европа, то есть помощь идет, помощь есть, поддержка есть. Так вот, пока это все есть, пока тыл существует, пока есть мобилизация общества, пока есть еще воодушевление украинского общества, потому что есть такое понятие усталости от войны, оно всегда наступает в любом обществе, в самом патриотичном и в самом воодушевленном. То есть пока оно существует, пока оно есть, нужно действовать. Пока получается контратаковать, пока получается добивать, нужно действовать. Вот. И садиться за стол переговоров только тогда, когда у Украины будет больше козырей, чем у России. Когда у Украины будет больше политических очков, которые будут как раз заработаны на поле боя. Когда и разгромят группировку, которая сейчас под Попасной двигается, после того, как освободят еще территории, когда освободят Херсон, я уверен, что Херсон рано или поздно освободят. И так далее. И тогда уже можно будет садиться за стол переговоров. Любая война, я напомню, заканчивается переговорами, конечно же. Да и, кстати, Зеленский это подчеркивал недавно, что мы разобьем, да, Россию, но на поле боя, но война закончится дипломатически. Конечно. Я, знаете, я задам детский вопрос. А Крым освободить сложно? Ну, как... Ну, технически. Но вообще война всегда сложна. То есть я бы не хотел обесценивать украинских героев и воинов, сказать, что это не сложно, и получается я обесценю тех, кто погибнет, освобождая Крым и так далее. То есть любые боевые действия — это сложно, скажем так. Я скажу другое. Освободить Крым можно. То есть это реально. То есть нельзя говорить, что Крым это... Ну, все это потеря навсегда. Я и про военный, и про дипломатический, как бы, и про то, и другое. И там возможно. Ну, украинские как бы шалоны власти — это же не идиоты. Почему Крым абсолютно вот его никогда не исключали все 8 лет и не исключают сейчас, например, из вот будущего концепта Украины, то есть освобождение всех земель. И всеми землями имеется в виду и Донбасс, и Крым. Потому что это реальность, это возможно. Вот. Поэтому военным путем можно ли освободить Крым? Да, можно, конечно же. Сложно ли это? Конечно, сложно, как и любые военные действия, даже успешные. Контрнаступление под Харьковом ведь тоже сложно, на самом деле. У нас там тоже есть потери, и люди гибнут. То есть не то, что легкая прогулка. То есть там бегут, и русские убегают. Русские-то убегают, но это все происходит как раз героизмом и ценой жизни украинских защитников. Ну, тут у нас нет никаких сомнений в этом. Еще последний вопрос, который задам. А нет, черт подери, у меня уже нет времени на последний вопрос. Игаль, спасибо вам большое за вашу аналитику. Игаль Левин, офицер армии обороны Израилю, військовый аналитик, был с нами на связку.